увидев этот рецепт на просторах интернета, не смогла пройти мимо. Такая эффектная закуска выглядит просто фантастически, а готовить легко и просто. Заходите, я расскажу, как. Приготовить такие яйца очень просто, только нужно соблюдать правила варки яиц, чтобы результат был хорошим. Начинку для яиц можно брать любую по вашему вкусу. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Яйца должны быть комнатной температуры, чтобы сварились без трещин. Воду для варки добавьте по чайной ложке обычного уксуса и соли, чтобы скорлупа легко очистилась и белок был неповрежденным. Опускайте яйца в воду ложкой аккуратно, чтобы не было трещин. Рекомендуют осторожно помешивать яйца первые пару минут варки, чтобы желток расположился по центру яйца. Варите яйца 10 минут, затем охладите в холодной воде. Аккуратно очистите яйца и поместите в стаканы, залейте моденским уксусом, чтобы он полностью покрыл яйца. Я добавила в уксус немного соли и сахара, сверху необходимо положить грузик, чтобы яйца не всплывали. Я клала небольшие помидоры, уберите яйца в холодильник мариноваться примерно на сутки. Во время маринования необходимо переворачивать яйца для равномерной окраски. Готовые яйца выньте из уксуса, уксус можно вполне использовать повторно, слейте в отдельную бутылочку, уберите в холодильник и используйте в первую очередь. Для устойчивости чуть подрежьте донышко, начините яйца, выпустив начинку из корнетика или мешочка с зубчатым наконечником по спирали, украсьте зеленью и тонкими ломтиками малосольного лосося, подавайте в качестве холодной закуски. Вкусняшки! Подписавшимся. Вкуснее тем, кто подпишется. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Яйца 4 штуки. Уксус 1 чайная ложка. Соль 1 чайная ложка. Уксус бальзамический 300 мл. Моденский. Тунец консервированный 100 грамм. Икра трески 50 грамм. Сыр творожный 2 столовые ложки, горчица зерновая, 1 чайная ложка, зеленый лук, 2 штуки, пару стеблей, лосось, 2 ломтика, малосольный, количество порций, 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Люблю вас, друзья, жду снова.